В Азовском сельском поселении состоялась сессия совета. Главный вопрос повестки дня – выборы нового главы. Алексей Подобный избран атаманом Северского района и по совместительству заместителем главы муниципалитета. Поэтому не сможет больше руководить азовским поселением. Глава района Адам Джарим подвел итоги работы бывшего руководителя. Благодарен вам за работу. Мы с вами отработали почти 10 лет. Благодарю. Я уверен, что на новой работе, в новой должности вы также проявите свои деловые, профессиональные качества. Теперь уже, как говорится, казачество всего района в ваших руках. Я хотел бы, чтобы по-новому все заработало. Огромное спасибо, здоровья, благополучия, удачи. Но уверен, что вы будете и также продолжать встречаться, общаться с людьми. Значит, я уверен, что те люди, с которыми вы работали, и тех, кого вы рекомендовали, достойно продолжат работу главы поселения. Выборы нового руководителя Азовского сельского поселения пройдут в сентябре этого года, а пока исполняющим обязанности главы назначен Евгений Алышев, ранее занимавший должность заместителя.